Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. О, как красиво поет. Ну да ладно. Короче говоря, в предыдущей серии, насколько я помню, я не играл уже денька 3-4. Мы взяли квест. Да блин, ребята, мы вы прям над душой стоите. А что ж вы какие надоедливые? Нам нужно продвинуться глубже в этот водяной храм и там, собственно, разузнать, что да как. Как видите, я с посохом. Я не помню, зачем я ее взял в прошлой серии. Но вроде как с ним не понравилось, так что, возможно, мы с ним сейчас попробуем. Хотя у меня он не прокачанный вообще. То есть никаких умений на него не прикреплено. Я могу только вот так вот стрелять. Вот так вот. Так, ребята, отойдите, пожалуйста, с экрана. Я сейчас маленько подуставший, поэтому могу, как обычно, у меня часто бывает тупить. Я сегодня занимался. У меня новое кресло, у меня новый диван. То есть свершилось. Это подарок я себе купил, когда у меня было 100 тысяч подписчиков. И теперь, в принципе, скрипа быть не должно, но я упаханный в результате. Но, тем не менее, серию сегодня записать нужно обязательно. Так что, если что, не обессудьте. Кроме того, есть определенные проблемы с платой захвата, как вы видели в одной из предыдущих серий. Она греется. Так, я пойду с крысой. Это будет моя подружка. Короче говоря, плата захвата греется, из-за этого часто бывает, что вот эти вот артефакты появляются. Но вроде как я разобрался с этой проблемой, улучшением охлаждения этой видеоплаты, но если что, придется купить новую. То есть это не с Xbox, не с PlayStation, это именно вот эта плата, она недорогая, но что-то с ней какие-то бока начинают вылезать. Так, я совершенно не помню, что мне тут делать. Это что вообще за артефакты такие? На консолях такого быть не должно. Короче, когда я в прошлой серии убил циклопа, мне сказали, что у него из глаза выпала сфера, ну то есть это, наверное, и есть глаз. Я, честно говоря, не заметил. Давайте пойдем посмотрим. А как и не иди вперед, батьки, пожалуйста. Давай, говорит, мы эту воду, то есть уберем, как-то осушим. И как ты предлагаешь это сделать? Бля, ну так прикольно, конечно. Особенно если учитывать, что я маг. Ой, то есть я рыцарь. Вот, что я несу? Но в целом мне больше понравилось... не падай. Больше понравилась холодная сталь. Потому что рубать здесь врагов очень и очень интересно, ввиду слэшерной механики. Так, вот здесь мы убивали циклоп. Причем нам это... ключ к алтарю водяного бога. Хорошо. И сейчас, я так понимаю, эта дверь откроется, да? Кстати, давайте-ка мы тоже фонарик разожжем. А тут темно что-то как-то. И я думаю, все-таки нужно обратно свой меч. Возможно, вы слышите посторонние звуки на заднем плане. Это потому что открыто окошко. Сейчас время у нас... время 7 часов вечера. Поэтому с улицы могут доноситься всякие как приятные, так и нелицеприятные звуки. Потому что двор у нас не самый благополучный. Очень много алкашей. Так, ну и что? Теперь возвращаемся на самое начало. И там у нас была закрытая дверка. Я бы закрыл просто окно, но такая жара, сами понимаете, лето. Вообще, я скучаю по длинным зимним вечерам. Именно зимой мне больше хочется проходить хорроры. Летом как-то настроения особого нет. Когда именно в темноте сидишь, играешь, а какая-то вот уютная, такая теплая атмосфера. А сейчас как-то вот что-то такое, больше RPG-шное тянет проходить. То есть на каждую погоду что-то свое. На каждое время года. Отлично. Что же у нас тут такое? Что мы тут вообще делаем? Ну, по идее... Да, блин. Вот эти вот летучие мыши меня раздражают. Да. О! Хозяева пожаловали. Морозь его. Морозь его. Блин, ну летучек-то убили бы, что ли, я не знаю. Карри, ты вообще плохо с своими обязанностями справляешься. Так,
Короче говоря, мы сюда пришли по следам исследователей, которым короче, нам поручили защищать их. Но когда мы пришли, оказалось, что уже в живых-то никого не осталось. Один испуганный ученый. Не знаю, что-то вот сегодня у меня такое положение, что я из этих спецэффектов вообще ничего не вижу. Прям перекрывает обзор. Так, хорошо. Там внизу у нас спуск к воде, я так понимаю. Давайте сюда сначала сходим. Если, конечно, блин, мои напарники не будут загораживать весь экран мне. Вот что есть, то есть. Вот на... Тихо. Допустим, вспомните Dragon Age, Mass Effect, там напарники ненавязчивые. Здесь же прям, ну, лезут в кадр, прям охота вот, ну... Ох, жалко, что у меня Friendly Fire выключен. Я бы отрубил им всем головы. Я сегодня кровожаден. Так, с водой у нас не выходит пока, я не понимаю, почему. Тихо. А какие не пыли. Наверняка сейчас опять эти жабы полезут. Да, уже слышу. А, нет. Скелеты. Так, делаем поле. И рубаем. Ну, как только мы святоту поставили на все, у нас сразу процесс пошел. Ну ладно. Что-то я не могу подцепить врагов. Шо? Могло бы быть и лучше, но в целом неплохо. Вроде как никто серьезно не пострадал. А как ее небольшой пендель дали? Кстати говоря, а как ее я хотел перегрузить? Потому что я очень перегружен. Отдать ему, допустим, вот эту вот Thunder Club. Держи, дорогой. Потом всякую шнягу. Типа вот этих травок. Пусть он с собой носит. Я же могу потом на него переключиться вот так? Да. Так что все лечилки пускай будут у него. Как ее? Кто-то говорил, что нет, ничего страшного. Типа если лазишь в меню, то не нужно торопиться. Аккуратно делай, нам это все равно интересно. Давайте попробуем. Мне кажется, что это все-таки... Нет, это я себе оставлю. Что это все-таки достаточно скучно. Наблюдать. Не знаю. Понемножку разгрузим просто. А то что-то вообще перегруз. Я насчет раз выдыхаюсь. Так, это на что? Это у нас лечит яд всякие. Лично. Да почти все выкину. Какие? Блин, сколько всего, это же офигеть. Ну, в принципе, ладно, вот так нормально будет. Остальное потом скину. Все равно долго получается. Так, какая-то нажимная пластина. Я надеюсь, здесь не как в Индиане Джонс, сейчас какой-нибудь камень вылетит. Хорошо. Теперь могу возвращаться назад. Там... Кто там на улице кричит, блин? Это что такое на потолке? Травочку возьмем. Шо? Так, это масло, да? Нет, это яд. Яд мне не сильно нужен. Давайте сначала тут посмотрим. Но вообще, мне кажется, в основном за... Да, блин, опять вы. Мне неудобно по ним попадать просто. Это надо либо луком, либо магией. Я уж не говорю про то, что это раздражает. Так, здесь воды нет. А, ну я понял, похоже, где мы находимся. Сейчас падаем как раз-таки в центральный зал. Надеюсь, там падла какая-нибудь не прибежит. Не нажмет по новую кнопку. Так, это что за ящик? Хорошо, масло, отлично. А как и уйди, пожалуйста, с горизонта. И вообще никогда не появляйся больше. Хотя рыбку он поймал. Молодца.
Так, это подъем у нас куда? Опять они летят. Я надеюсь, вы разберетесь с ними, нет? Да всем, кроме Акаки, такое ощущение, что плевать просто. Так, ладно. О, куда это мы пришли? Интересно. Слейд. Так, я полностью перегружен, похоже. Да. Как я и говорил, время пришло. Кстати говоря, вот этот Wakestone, про который, помните, у нас квест был там оживить юношу, показалось, что... Блин, я не ту нажал. Что мне просто нужно подойти... Сохраняться? Ну ладно, давайте. Что мне просто нужно подойти в том городе не к самому папаше, убитому горем, а подойти к парнишке мертвому, использовать на нем, и тогда, мол, все получится. Так что, когда мы будем в следующий раз в Грансорне, мы это проделаем. Так, что я подобрал-то? Здесь вроде все по-прежнему. Давайте. Нет, это мы отдать не можем. Это тут отдадим. А как ее? Тут тоже все нормально, да? Вот эту кепочку тоже отдадим. А как ее? Я не хочу в кепке ходить. Это не модно. Так, ну и по вещам пора уже скидывать всякую шляпу. Я уж не знаю даже. Тут все, в принципе, нужное. У меня, похоже, силёнок просто не хватает все это подряд таскать. Ладно, будем отдавать. Как ее? Как ее? Как ее? Да все, отойди. Черный кристалл. Я, кстати, не знаю, для чего нужен. Серебряная руда вот много занимает. Но она мне пригодится. Блин. Что ж я все сразу-то не отдам? Трава Грансис. Кусок железного лезвия. Этот можно скинуть тоже. Так, ну а как я уже тоже достаточно перегружен, надо отметить. Так, что тут можно выкинуть? Стрелы. Стрелы я просто каре отдам. Ой, не-не. Я понимаю, что я их отдаю и навеки вечные, но тем не менее. Талисман Мартира. Так, это на короткое время увеличивает количество экспо, получаемое с врагов. Хорошо, то есть остается. Но пора, похоже, вот эти отдавать. Потом с него попросим, если что. В целом уже достаточно облегчил свою ношу. Ладно, хватит. Нормально вроде. Теперь не буду так бешено выдыхаться. Так, вот тут мы дрались. Я еще думал, как в эту дверь попасть. А ларчик-то просто открывался. Видите, как медленно я выдыхаюсь, теперь как быстро бегаю. Шо? Так, там вода или нет? Тихо, слышу. Где ты? Фантазм? Так, со скелетами. Ух ты какой. Дайте! Бак! Да кто там еще? Ну? А вон еще. А как ей работать? Ох, хорошо. Снесло. Так, ладно. Пока что справляемся. Тут много ништяков лежит всяких. Блин, я опять перегружаться начинаю. Чего ж так прям все тяжело-то, а? Ага, опять вверх. Так, вы их сдерживаете. А я пока святоту.
Тихо. Где он? У меня что, фонарик кончился? Так, ладно, давайте-ка мы фонарик зарядим. Так, добавить масло. Хорошо. Светлее стало, нет? Эу, я же тебя заправил. Может, тебе теперь нужно убрать? И после этого по новому поставить. Странно. А, ну да. Есть небольшая кривота в этой игре все-таки. Ощущение, что они очень торопились ее выпустить. Ну ладно, тем не менее, мы идем куда нам нужно. И, пожалуй, настала прекрасная пора сохраниться. Так, ладно. Сейчас, мне кажется, там будет большой бабайка какой-нибудь, которого нужно будет тактику продумывать, как его убить. Есть такое подозрение. Хотя, могу ошибаться. Ну, циклоп. Это уже достаточно привычно. Оп, перелет, пардон. Да что ж ты? Она ему прям глаз зарядила, он ни хрена не видит теперь. Как меня скинули-то? Что-то он какой-то, у него даже полосок жизни особых нет. Так, да успокойте вы его уже, нет? Что-то мне тяжело по нему ловить. Ладно, рубайте уже его. Готов. Достаточно просто было, да? Какой-то слабый. Кости поднял. Сейчас точно перегруз будет. Нужно все это куда-то сгрузить. Так, мне вообще в другую сторону. Охота сюда пойти проверить, что тут есть. А здесь у нас выход наружу, похоже. Ага. Это не то ли самое место? Да-да-да. Здесь мы дрались с циклопом. Вот именно здесь. Хорошо, отлично. Можно было отсюда пройти, получается. А, здесь же у нас вода была. Ну что так, что эдак. Шо в лоб, шо по лбу. Главное, что добрались мы до места назначения. Подожди. Они, похоже, дофига весят, эти плитки алтарные. Где они вообще? Спешили, наверное. 9.50, офигеть. Так. А какие? Я думаю, вот так вот. Пусть он лучше перегружен будет. Лучше ты таскай. А мне вообще легко сразу стало. Кого-то слышу. Это кто это такой тут рычит, а? Да вроде спокойно. Что-то звуки какие-то были нехорошие. Что это за плита алтарная? Я подобрал такие тяжелые. Как всегда прощелкал сундук. Так, какое-то колечко на ухо. Повышает сопротивление яда. Вот это, кстати говоря, полезная штука. Я ее даже, пожалуй, надену. Вместо вот этого. Так, ну и вот, вот этот Violet Ring тоже, в принципе, неплохо. А, я только одно могу. Все-таки он, похоже, не на пальцах его носит.
Так, ну что, с приключениями или без мы отсюда выйдем? Стратегия циклопов. Майя, ты подобрала? Отдай обратно. Ух, скотина, Майя. Ух, скотина. Маленькая рыба. А как я что-то рыб наловил? Офигеть просто. Зимний путь. Томик книги. Ее, в смысле, почитать можно? Так, вот и ты. Так, сила магии. А, ну это типа использовать можно. Ладно, попозже разберемся, когда будет повод. Сейчас пока ледяное нам использовать не с руки. Так, а это где мы? Это еще один срез, похоже. Яды взяли. Трава. Еще алтарь. Ну ладно, уже 4 штуки. Хорошо, куда их нужно отнести? Я отсюда боюсь, побоюсь, честно говоря, спрыгивать. Ну да, я был прав. И фонарик, естественно, мой потух. Ладно, вроде не сильно убился. Так, убрать. Достать. Давай, подлечи меня, Майя. Что-то неудачно как-то у нас получилось это. Так, ну и теперь... Нужно как-то выходить отсюда. Подожди, нет, на том же этаже. Где-то здесь. Давайте искать. Так, а тут я был, нет вообще? По-моему, не был. Ну так, я его долго бить буду. Ладно, есть напарники верные. Так, кто-нибудь возьмите, пожалуйста. О, как и уже мест не хватит. У меня сейчас тоже перегруз будет. Насколько тяжелее сразу стал ходить. Так, ну и что? Куда это все тащить? Интересная локация, только пока непонятно, что делать. Так, ладно. Вроде как на этом этаже теперь появилась. Блин, я опять сюда пришел. Это плохо. Где тут подъем нормальный был? Сейчас, мне кажется, мы какой-то ритуал будем проводить. Так, маленько отдышаться. Тут мы спустились как-то, по-моему. А нет, мы вот отсюда же спускались. А, вон уже достаточно близко, мне кажется. По-моему, мы сейчас пойдем именно в ту комнату, где мы дрались с циклопом первым на этой локации. Посмотрим. Тихо. Что это было? Опять вы. А, нам тупо на выход, похоже. Похоже, все, что нужно, тут мы сделали уже. Ну, ладно, нашим легче. Вот дали бы мне возможность, я бы просто вот этих вот летучих мышей из игры вырезал бы. Они вообще не в тему тут. То есть ты решаешь там какие-то глобальные вопросы и дерешься с врагами соответствующими. И тут какая-то хрень маленькая подлетает. Майя, блин, какая ты все-таки симпотная. Персик просто. Так, посветлело. Хорошо. Так, ну что,
Готово. Sites such as these often house engraved slates and others. Some have held revelations of vast importance. Короче, мы нашли древние молитвы и принесли их тебе. Получай. На, все пять. Если их соединить вместе, получается текст. It will not rest until its meaning is deciphered, sir. For the sake of brother Jean. Я, говорит, спать не буду, пока не расшифрую все это, сир. Во имя брата Жена. Faith will see it done. In that you may believe. Правда все прояснит. Уж в это, говорит, поверь. Правда, это их религия. Отлично. И опять этот мужчина в балахоне, по-моему, идет, нет? А, нет. You have my thanks, sir. Спасибо. Восставший. I shall break the sad news of brother Jean's sacrifice to Father Geoffrey myself. Я, говорит, сам доставлю печальные новости о брате Джане. Это не твоя вина была. Ты все хорошо сделал. Pray, do not let it weigh upon your heart. Go and tell Sir Maximilian of our success. Ладно, говорит, не грузись. Иди, скажи сэру Максимилиану о том, что мы преуспели в этом начинании. Шо? Не очень у***й был, а у нас вполне себе даже. I've gained quest knowledge. Так, отлично. Что у нас там? Так, теперь нам нужно далеко достаточно перейти, я так понимаю. И у нас сейчас инвентарь пустой, насколько я понимаю. То есть мы эти плитки отдали, и намного легче стало жить. Да, достаточно недалеко идти. И тут на горе, кстати, можем встретить опять Химеру. А, подожди, мы же совершенно в другом месте. Я перепутал. Это я говорил вот про это место. Вот тут вот где-то. Да, с катакомб когда шел. А тут сейчас нам нужно достаточно далеко идти в Грансис. Ой, Грансис, говорю, Грансорон. Ну, пошли. Че ж поделаешь. Да, тут дофига гоблинов. Все-таки видны ограничения движка, то, что вот этот постоянно вылезает прямо на глазах. Живой! То есть, с одной стороны, все равно графика выглядит, ну, как видите, достаточно приятно все так. Углы, конечно, торчат из земли, но именно вот стилистически все очень хорошо. Но ограничения движка прям позволяют ощущить себя во времена какой-нибудь PlayStation 2. Например, вот эта вот текстура земли и вот эта вот геометрия уровня вообще просто никакущая. Но именно вот со стилистической точки зрения все это вытягивается и выглядит достаточно хорошо. Так, это Wake Castle. То есть путь, замок по дороге. Замок на пути. Там где-то еще один циклоп в окружении гоблинов. Ну туда мы сейчас не пойдем, я думаю. Нам ни к чему это. Что это такое? Не понял я. Так, ну... Убить ее кто-нибудь. Я хочу тебя потрогать. Ой, Агаги, прости, я тебя не хотел хватать. Там еще есть, что ли? Слышу, где-то спереди еще есть. Вот туда они сидят еще обычно. Вон они. Так, двух порубал. Очень зрелищно и красиво. Шо? Так, кого-то там они одурманили, по-моему. Да рубай ты ее. А как и только не улети. Ой, Кари, молодец.
По ней еще хрен попадешь. Давай. Ай, молодца. Ай да, Акакий. Ай да, сукин сын. Хорошая команда. Даже жалко, что скоро придется распрощаться с большей ее частью, потому что мы уже их перерастаем. У нас сейчас уже по 31-му, по-моему, уровню. Да, у меня 31-го, а как я 31-й. Они все так же застряли на 30-м. Но тут уже ничего не поделать. Придется найти еще. Перелет. Майя, стреляй по ней. Хорошо. Акакий. Да стреляйте его по ней. Ну. Вот Майя бы еще стреляла по ним. А Кари вообще что-то вот... Кстати говоря, спрашивали, почему у Кари крылья. Потому что у нее плащ такой. Это просто плащ. Очень хороший, кстати говоря. Тихо. Чуть не убила камнем. Оп, спешим. Ребята, за мной. Нужно валить. А тут уже разберемся, я думаю. Ай, молодцы. Хорошо зашла. Убить ее кто-нибудь. Вот, молодца, наконец начала стрелять по ним. Ай, молодец. Почему-то с ними справляются в основном контактники, то есть яды, Акакий, в то время как лучшая тактика против них, по-моему, это стрелять стрелами, посохом, не знаю. Возможно, это нужно отдельно обговаривать с каждым участником, чтобы он так себя вел, а вот так не вел. Где опять? Да вы заколебали уже. Щит хочу сменить. Мне не нравится этот щит. Слишком он какой-то увесистый, огромный. Где гоблин-то? Шо орут? До свидания. Было весело. Не успел, Акакий. Ого! Нормально. Вылетел. Давай. Ой. Эти! Да, блин, как я рад, что все-таки взял ударника, потому что я представляю, сколько сейчас вошкаться пришлось бы каким-то другим классом. Ну все, пришли уже, считай. Грифон будет нам, нет? Хочу Грифона. Сказали в комментариях, что на 30 уровне его убить, то есть самое то по уровню. А вот Дрейк, который находится там, то есть, где я вам показывал в одной из серий, что его на 30 уровне убить маловероятно. Когда у него пару палочек снесешь, он начинает беситься просто и убивает с одного удара. Сейчас я покажу тем, кому интересно, кто параллельно со мной играет и не знает просто, где он находится. Он находится у нас... Так. Нет, где у нас крепость? Вот крепость, от крепости проходишь сюда, вот тут вот кэмп этот, и вот тут вот находится этот дракон. Вот сюда приходите, будет вам весело. Я попробовал с ним подраться. Мне интересно, сразу скажу. Я свечусь, кто-то на меня что-то накастовал, или это я сам на себя холи сделал.
Но, по-моему, не так выглядит. Давайте Максимилиана порадуем. Что он нам там еще даст? По-моему, он уже скажет, что все, можете идти к герцогу, и все у вас будет хорошо. И вообще, и молодца. Так, но сначала мы зайдем... Хотя, в принципе, нет, никуда мы не зайдем. Мы напрямки пойдем. А потом пойдем продавать все ненужное. Ух ты. Дама. Вы очень опасны, я смотрю. Это идеальная жена для Акакия, да? Высокая, рослая, с огромным-огромным мечом. Или что это у нее? Это сложно сказать, это меч, перерастающий в какую-то булаву. Блин, насколько офигительная музыка все-таки в этих, в этом замке. Да вообще в этой игре. Видите, я когда не перегружен, как быстро бегаю. Так, к батюшке туда, я думаю, сам сходит этот брат. Насчет брата Жана скажет. Ну что, Максимилиан соскучился? Спасибо. То, что случилось с этим монахом, это ужасно. Верующие, как и все человечество, жертвы того безумия, которое вошло в мир вместе с приходом дракона. Страх дракона двигает людей на смерть, преследуя, короче, эти камни, на поиск этих камней. Простите, говорит, я забыл, его понесло, в общем. Ничего, говорит, мы получили больше знаний, которых искали. Это наша победа. Отлично. Так, ну что, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Сейчас между сериями я пойду продам все некондицию. Да, собственно, пойдем искать новый квест. Или нам уже с шифрованием как-то нужно разобраться. Но как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Потому что, блин, что-то я просто получаю удовольствие от игры. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.